Кропивницком на взятке в 5 500 долларов погорел депутат горсовета. Его задержали в служебном кабинете во время передачи денег. Нардеп требовал их у предпринимателя, а взамен обещал вынести на рассмотрение сессии вопрос о выделении для бизнесмена земельного участка площадью 22 сотки. Задержанным оказался член земельной комиссии Кропивницкого горсовета, депутат Юрий Деркаченко. И сейчас он находится в следственном изоляторе.